Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. И я. Да, и ты. И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете, у меня такое прекрасное настроение, а все благодаря одной сказке из этой книги. И мне не терпится поделиться своим настроением с вами. А потому я вам сейчас прочту эту сказку. Я надеюсь, она вам тоже понравится. Жили у одной доброй крестьянки кот Пушок. Мяу. Пес Дружок. Вау! Кому дружок, кому и не очень. Да баран Бараныч. Жили они так дружно, что любо-дорого было на них посмотреть. Но просто не разлей вода. Баран, пес и кот. Или наоборот. Мяу. Бе, всегда поют о себе. Довольны своей судьбой. Друг за друга горой. Баран, пес и кот. Или наоборот. Сами дружили, да и о хозяйке своей заботиться не забывали. Одним словом, все у них было прекрасно. Но однажды солнечным утром прилетели ласточки, устроив в воздухе такую веселую суету, что только держись. Хозяйка вышла на крыльцо и прямо ахнула, сплеснув радостно руками. «Ах ты!» – сказала она. «Какое счастье!» Баран, пес и кот – переглянулись. «Это она о чем?» поинтересовался пес. «Не знаю, но, похоже, мы к этому счастью не имеем никакого отношения. Мяу!» произнес задумчиво кот. «Би-би-би-би-би без комментариев!» добавил баран. Почему-то друзьям стало немного досадно. «Какое такое счастье может быть без нас. Мяу. И почему мы об этом ничего не знаем? Вау. Бе-бе-бе-бе-бе без комментариев». И решили друзья во что бы то ни стало выяснить, что это за счастье такое. Пес тут же начал обнюхивать двор. Он кружил, кружил и вдруг радостно замер. Есть след! «Интересно, как он выглядит?» – спросил баран. «Как выглядит, особо не видно. А вот пахнет, прям скажем, так себе. Вау! Обычно». «Ладно, ладно. Ты, главное, след не упусти. Мяу!» – попросил кот. «А мы уж сами разберемся, кто чем пахнет. Бе-бе-бе». «Вау! Не волнуйтесь и не путайтесь под ногами. Никуда оно от нас не уйдет. Вау!» И кот с бараном пошли следом за дружком. Долго они ходили по двору. Это счастье так напетляло, что ого-го. Но в конце концов привел их пес к сарайчику. Там, где была лазейка маленькая. Сунул дружок в эту лазейку нос и... «Ой, счастье-то колючее, оказывается. Вау!» «Вот тена!» удивился кот. «Безобразие!» согласился баран. Тут из лазейки вдруг высунулся ежик. «Вы чего толкаетесь? Да мы это не толкаемся, мы счастье выслеживаем. Вау!» немного растерянно произнес пес. «Да, а ты, колючий мяу, случаем не видел тут его нигде?» «Счастье-то?» удивился ежик. «Конечно, видел». «Где?» хором воскликнули друзья. «Да везде!» разволновался ежик.
Вон травка зеленеет, солнышко вон тоже блестит, ну и так далее. Ой, дел у меня много, сказал ежик и исчез в лазейке. Нешуточное дело получается, вздохнул кот. Вау, вау, чрезвычайно загадочное. Без комментариев, задумчиво произнес баран. И в этот момент кто-то сказал «Жжжж», а затем еще раз «Жжжж». «Если я не ошибаюсь, мяу, кто-то тут жужжит», – произнес кот. «Это я жужжу», – вдруг произнес большой жук, приземлившись рядом с нашими друзьями. «Жужжу от счастья». «От счастья?» – обрадовались друзья. А где ты его увидел? Где-где, да вон на небе сияет для всех. И жук полетел прочь. Так оно круглый год сияет, если дождя нет. Вау! Пролаял пес вслед жуку, да тот уже скрылся из вида. Я ничего не понимаю, вздохнул кот. Хозяйкой, да и все о каком-то счастье говорят, а мы ни сном, ни духом. Обидно, вау. Даже очень, бебе. Пора принимать самые серьезные меры, вдруг заявил кот. И посмотрел на ласточек, которые начали устраивать гнездо под крышей дома. Это из-за них все началось. Вот я сейчас с этими чижиками-пыжиками сам поговорю. И кот, вздохнув, полез на дерево, чтобы поближе подобраться к гнезду. Ласточки, заметив это, заволновались еще больше. Что же это? Что же это? Что вы хотите? Что вы хотите? Стали они кружить вокруг кота. Тише вы, тише! Промяукал кот. У меня от вас голова кружится, а я хочу узнать, что за счастье такое с вашим прилетом у нашей хозяйки случилось, и у ежика, и у жука. И нельзя ли нам в этом счастье как-то поучаствовать? Мяу. Да, пожалуйста, сколько угодно, затараторили ласточки. Это счастье, оно для всех. И называется оно весна. Весна? Удивился кот. И как это я сразу не догадался? И от удивления отпустил ветку, за которой держался, и, жалобно мяукнув, полетел вниз. Хорошо, что баран свою спину ему подставил, шерсти на ней, что пуха в перине, так что кот даже не ушибся. Ну, обступили его друзья. Говори! Весна! Весна наступила! Вот все и радуются. Мяу! Понятно? Ну, теперь понятно. Пролаял пес, а баран важно проблеял. Без комментариев. И по этому случаю друзья решили прогуляться на лужок да порадоваться весне, напевая при этом свою любимую песенку. Баран, пес и кот, или наоборот, мяу-гав-гав и бей, всегда поют о себе, довольны своей судьбой, друг за друга горой. Баран, пес и кот, или наоборот, мяу. Вот такая сказка, друзья. И она, мне кажется, должна нам напомнить то, о чем мы иногда забываем. Мы забываем радоваться простым вещам. Утру, дождику, радуге, звездам, солнышку и, конечно же, весне. А ведь это прекрасный мир с любовью, созданный Богом для нас с вами. Давайте всегда помнить об этом. До новых встреч, дорогие друзья! Храни вас всех Господь!